Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь о водоросли фукус для похудения. Фукус – род бурых водорослей, которые из-за особенностей среды произрастания могут похвастаться уникальным набором макро- и микроэлементов, витаминов и минералов. Многие уже давно принимают фукус в качестве биодобавки. Особенно важно употреблять сухие водоросли в холодное время года, когда организму больше всего не хватает полезных витаминов. Мало кто знает, что этот продукт чрезвычайно эффективен для похудения. Зачастую жировые отложения образуются из-за неправильного обмена веществ. Фукус может устранить эту проблему, значительно ускорив метаболизм. Бурые водоросли содержат в большом количестве альгинаты, натуральные полисахариды. Они благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта, регулируя уровень холестерина и водно-солевой баланс. Важно отметить, что попадая в желудок, альгинаты имеют свойство сильно разбухать, поэтому тем, кто решился на похудение с помощью фукуса, придется выпивать не менее 3 литров воды в день. Чтобы избавиться от лишнего веса, следует принимать перемолотые водоросли по 1 чайной ложке 3 раза в день, запивая большим количеством воды. Также фукус можно употреблять в виде специй, слегка приправив любимые блюда. Стоит отметить, что фукус имеет довольно специфический вкус и запах, поэтому не стоит добавлять в пищу большое количество этого продукта. Несмотря на все полезные свойства, фукус противопоказан тем людям, которые страдают от нарушений функции щитовидной железы и тем, у кого есть индивидуальная непереносимость этого продукта. Перед применением фукуса проконсультируйся со своим лечащим врачом, ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал и поделись полезной информацией со своими друзьями.